Вы не можете забить мяч ударом справа с отскока. Даже в самых выгодных ситуациях у вас не получается сыграть на вылет. Вам не хватает либо точности, либо скорости мяча. Вам нужен киллер-форхенд. И мы предлагаем вам с помощью нашего опыта и примеров лучших теннисистов планеты решение вашей проблемы. Я хочу добавить, что мы выпускаем целую серию урока по удару справа. В ней будет и описание удара, и упражнения, которые мы даем в этом фильме. Эта серия рассчитана на тех, кто профессионально занимается теннисом. И значит, все примеры только на примерах лучших. Здесь будут Роджер Федерер, Грегор Димитров, Николай Давиденко и Томми Харрис, Мария Шарапова и Фернандо Верданско. Под словом «мы» я подразумеваю Андрея Меринова, Александра Крундышева и Сергея Подоляк. У нас единое видение современной подготовки теннисистов. Мы пытаемся довести его до вас. Какова основная идея фильма? Если коротко, просто показать, как научиться точно и сильно бить по мячу. Но чтобы хорошо ударить, необходимо подойти вовремя в нужную точку. Как это сделать? Вот именно этим мы и займемся. Ваше движение к мячу начинается. Мы видим, как интуиция заставляет Надаля двигаться вправо еще до удара соперника. Но она не входит в противоречие с быстротой реакции, которая помогает поменять решение. Из данного положения уже можно стартовать. Даже на первый взгляд видна агрессия данного положения. Все заряжено на сильный удар. Здесь начинается подготовка структуры тела для дальнейших действий. Старт с сопротивлением резины. Это упражнение выполняется с партнером, но в принципе его можно делать и одному, закрепив резину. Зона начала действия также лежит на стороне соперника, и в этот момент фактически начинается ваш удар. Первый шаг – это срыв с места. Мы видим, как его исполняют топовые игроки, такие как Давиденко или Надаль. При том, что Николай – это феноменально быстрый игрок, старт Надаля более приближен к легкоатлетическому старту. Колено левой ноги остро направлено в сторону перемещения. Из этого положения он уже готов уйти с левой ноги. Во время сплита формируется беговой наклон, то есть общее атакующее положение для тела. Ни в коем случае. Поворот плеч и таза происходит на первом шаге за счет скрестного шага назад, но точнее об этом мы поговорим дальше. Главное, в момент постановки стопы на опору после первого шага ни при каких обстоятельствах. В конце этой части урока мы предлагаем вам набор упражнений, которые вы можете использовать как все вместе, так и по отдельности. Ну, какие-то там будут упражнения в целом, ну, характеристики. То, что снято, это упражнение скорее на подход к мячу, на технику удара, то есть без особых скоростных режимов, не темповые. Жизненно необходимо каждому теннисисту отрабатывать игру со сложных положений. На бегу, на высоком пульсе, в прыжке, в полете, как только не... выносимо сложно. Но это упражнение очень хорошее. Так сказать, на первый взгляд там есть и на сплит, и на подход, и на подъезд. То есть это как бы в любом случае эти упражнения, которые повысят вашу общую мобильность. Правильно? Однозначно. Это комбинационные упражнения, включающие в себя сплит, старт, коррекционные шаги, технику удара, выход из удара. В принципе, игра в теннис – это целостное действие, где одно движение логично.